Итак, снова здравствуйте, это снова «Курящий из окна». И вот я даже начал говорить именно на этом моменте, чтобы показать вам одну довольно занятную особенность. Зря я захотел показать вам одну довольно занятную особенность. Хотя я от этого все равно никак не избавлюсь. Просто я нажал на «Продолжить игру», и меня вынудили еще раз посмотреть эту двухминутную заставку видео. Сохранилась игра как-то очень интересно. А я ж только сейчас понял, что, выходя из этой заставки, у меня мышка все равно будет, хоть я... Ну, короче, до следующего сохранения. Следующего сохранения у меня не будет, пока я не сделаю что-нибудь более-менее человеческое. А что-нибудь более-менее человеческое сделать довольно странно, потому что я снова выкинул из головы то, что это трехмерная игра. Но я все равно не понимаю. В общем... Нужно обойти вертолет с другой стороны. Что кажется мне... Ну, конечно, не столь нелогичным, но... До этого, например, Кейт не заставляли никогда уходить так далеко, что она вообще начинает теряться в горизонте и выглядеть такой точечкой. Военная техника. Сара была права. Что надо делать в вертолете, я не знаю, но, наверное, мы там возьмем... что-нибудь. А может быть, не возьмем? Может быть, все-таки сбудется то, о чем я говорил до этого, и мы поднимем его в воздух и расстреляем все это. Но вряд ли, конечно. Здесь снова у нас довольно темновато, но, наверное... Ой, Кейт задевает головой эти стропы. Это не стропы, это... Это, по-моему, такая штука, за которую держатся парашютисты. Перед тем, как прыгать, ну или для того, чтобы прыгать. А, к этому, по-моему, даже они не держатся, к этому, по-моему, крюк от парашюта цепляется, чтобы когда они вываливаются, у них сразу раскрывался парашют, вроде так. Судя по снаряжению, солдаты настроены серьезно. Я не слишком силен в этом, опять же, я только что в общих чертах знаю, естественно, я никогда не прыгал с парашютом. В общем, здесь бы у меня снова появилась мышка, потому что всегда при переборе таких вещей у меня появляется мышка обычная. Так что даже деваться некуда. Кейт, ну это же замечательные патроны. Почему ты не хочешь их взять? Мы помогли, как этот, как мистер Уайт в последней или предпоследней серии, во все тяжкие. Построить какую-нибудь машинку, которая расстреляла бы это здание к ядрене, фене. Весь первый этаж. Наше-то психологическое отделение, насколько я помню, на втором этаже, так что нам бы это никак не помешало. Я думал, мне это нужно, но нет. Но, правда, Кейт, наверное, сложно было бы это строить, хотя... Если взять, например, в помощь того же механика этого, Штайнера... Я его фамилию запомнил, потому что у меня в детстве был одним из любимых рестлеров, Скотт Штайнер. Рик Штайнера не помню, а Скотта помню, он такой блондин с бородой был. Все в мускул себя целовал. Наверное, поэтому. Но развести костерчик и все равно расстрелять из этих патронов вполне возможно было бы. Почему я ничего не могу все равно здесь сделать? Или я отковырять что-то должен? Нет, отковырять я ничего тут не могу. Это же явно рация, нет? Да, это явно рация, на нее надо было как-то правильно нажать. Хорошо, теперь я, наверное, смогу отвлечь того солдата, который ходит и патрулирует там. А после того, как я его отвлеку, я уже смогу использовать это зелье. Потому что, ну согласитесь, вряд ли я могу туда использовать еще хоть что-либо, кроме этого зелья. А это зелье, наверное, как раз либо усыпляющее, либо еще какое-то. В общем, пойдемте проверять. А, Кейт не может здесь сама выйти, здесь надо нажать на дырочку. Ну, это не столь страшно. Военная техника. Сара была права. Хотя вот в этом плане довольно интересно продумано, что там колеса вспахали землю или снег. Вообще, наверное, тяжеленная махина. Я вот не знаю, сколько средний вертолет весит. Но думаю, как минимум несколько тонн. Хотя они тоже разные абсолютно бывают. Бывают вообще спортивные, которые не весят ничего, а вот военные, наверное, тяжелые. Но там что говорить, если там парашютистов человек 5, судя по этим стропам, может высаживаться, а 5 человек это уже килограмм 400-500. Не считая водителя. Водителя вертолета.
Давай, Кейт, мы уже проходили, бояться нам нечего. Правда, они сейчас говорить снова будут. Мы, наверное, можем даже их разговор остановить. А что, если она появится, полковник? Если ей хватит безумия спасать своего кочевого друга? Мне хватит безумия спасать своего кочевого друга? Странная рация, кстати, какая-то. Необычная. Судя по его виду, он сильно искажает голос. Это у Кейт тоже такая болезнь. Недавно совсем читал, забыл, как она называется, которая... Ну, ты можешь чувствовать цвета на вкус, ты можешь слышать что-то там, слышать запахи. Вот здесь Кейт тоже на вид определила, что оно искажает голос. Судя по его виду, он сильно искажает голос. Кнопка «Проверить» снова нам не помогает. Говорит доктор Ольга Ефимова. Ответь. Прием. В чем дело, Ольга? Надо встретиться, американка. О, американка пришла. Я думаю, это не совсем то, что надо говорить. Если я слушаю, Ольга. Прием. Если я скажу, что наверху бунт, они позовут туда всех, но вот он вряд ли туда пойдет. Если я скажу, американка пришла, он пойдет, но тоже охрану, наверное, оставит. Кого я обманываю, результат будет один и тот же. Хотя, скорее всего, кстати, наверху бунт, он скажет, что это ее проблемы. На самом деле. Но пойдем по нестандартному пути, американка пришла. Гельмут, кажется, видел американку в лазарете. Она что-то задумала. Надо срочно ее остановить. Этот идиот ничего не напутал? Если бы Кейт Уокер зашла в клинику, мы бы увидели. Полковник, вы хотите, чтобы она там натворила дел? Ладно. Надеюсь, вы не просто так нас тревожите, доктор Ефимова. Мне другое интересно, откуда у доктора Ефимова и могла быть военная рация? Хотя, в принципе-то, могла бы, наверное. Ладно, так или иначе, все ушли, правда, я создал себе маленькую проблему в том, что теперь они точно уверены, что я здесь. Но, с другой стороны, я уверен, они бы и так это узнали. Потому что... Но не может быть, чтобы я тайно его спасла. Кстати, опять же, в летсплее у Фрея узнал, что оказывается, по крайней мере, ему так сказали. Да повернись ты лицом, я хочу сфотографироваться на фоне красивой картины. Во, вот так. Приходите меня фотографировать. Что все эти картины существуют на самом деле, и они являются образцами творчества, по-моему, даже каких-то русских художников. Что же тут случилось? Мне кажется, это довольно интересным и красивым. Если это действительно так. Жалко, конечно, даже какой-нибудь Google поиск по картинкам вряд ли сумеет найти оригиналы. Хотя... Но я не буду этим заморачиваться, вы можете попробовать сделать это сами, если вам интересно. Я просто не столь глубокий знаток, я понимаю, если бы там были какие-нибудь грачи прилетели или мишки на севере. Ну как это, не мишки на севере, а... Как же эта картина, где медведи на поваленном дереве-то находятся? Не помню. Это... Да нет, это явно тоже не бурлаки, не боярыня Морозова. Но бурлаков я подумал, потому что тут явно что-то тянут, судя по этой девочке. На боярыню Морозову там как раз было много народу, но там была зима. И она ехала на санях. Про нее, кстати, был когда-то давным-давно какой-то интересный вопрос, что где когда, что-то там... символизировало что-то на этой картине. Но не помню. Можете сами задаться вопросом. Какая-то бумага туалетная. Что, неужели я сумею прикинуться обслуживающим персоналом? Правда, может быть, у них тут есть какие-нибудь маски по типу тех масок, с которыми Джокер грабил банк в самом начале. Темного рыцаря. Может быть, они к этому отнесутся нормально?
но вряд ли. Так. Что ж мне делать-то? Кейт не хочет проворачивать камеру настолько, насколько мне этого хочется, но вот, кажется, Кейт не хочет лазить по этой лестнице. Ну ладно, мне же легче. Я забыл немножко географию этого места. По-моему, кабинет Ефимовой был где-то справа. Нужно ли мне туда, это другой вопрос. Почему мне не повернули камеру так, как я хочу, чтобы видеть себя, это тоже другой вопрос. Вот здесь вот где-то кабинет Ефимовой. А что там было за точка? А фиг с ними. Мисс Уокер, скорее сюда. О, товарищ Замятин. Он все-таки хороший. Доктор Замятин? Ой, что произошло? Я думал, что это за странный персонаж, а это же как раз этот, дедушка. Это все Ольга. Она привела в клинику своих друзей-солдат. Сразу как Штайнер надел курку протез. Солдаты хотели не дать ему идти. Штайнер не стал их слушать. Устроил такой шум. Они его и взяли в оборот. У него случился сердечный приступ. Мисс Уокер. Я здесь, мистер Штайнер. Вы должны спасти молодого Курка. Эта женщина, Ольга, настоящее чудовище. Ваш враг. А этот полковник, защитите от них Юколов. Пусть они дойдут, куда им надо. Я позабочусь об этом, мистер Штайнер. На самом деле, почему-то, кстати, Штайнер, когда он стал, ну, лысый из-за этой повязки, скажем так. Хотя, при чем тут сердечный приступ и повязка на голове? Ну, хотя, может, он головой ударился просто, может, его потом еще побили. Тоже стал похож на Юколы. Они вот из Замятина, и этот все похожи на Юколов. Наверное, это чтобы нам было скорее понятно, мисс кто хороший, а кто нет. Каков план? Он поправится, прячьтесь. Штайнер, вы как? Мне бы отдохнуть немного, выпить пару таблеток, и все будет хорошо. Пожалуйста, помогите скорее Курку. Это не Штайнер, это Замятин. Мисс Уокер, ваш медальон, сердце, понимаете? Оно в очень хорошем состоянии. В нем много важных данных из автоматона XZ-2000. Очень важные данные. Понимаете, в этой модели были объединены душа и разум. Так что вам не будет так трудно однажды вернуть себе своего друга Оскара? Я... Да, мистер Штайнер. Конечно. Я запомню. Ну, собственно, это то, о чем я говорил в одной из сильно предыдущих серий. Приведите Курка в сознание и освободите его. То есть все-таки Штайнера нам придется оставить здесь, да? Хотя, может быть, и нет. Говорить с ними я снова не могу, да нет, могу. Понятно. Я вообще сначала... Хватит тебе стонать. Я вообще сначала подумал, что она начала снимать сердце, что он предложит пересадить ему сердце Оскара. Но все-таки сердце Оскара — это чисто механизм. У него нет всех тех трубочек и всего такого. Так что не поможет. Ну просто у него был сердечный приступ, у него же с сердцем какие-то проблемы сейчас должны быть. Я позабочусь о Штайнере, а вы спасите Курка. Кстати, все пытаюсь вспомнить, сердечный приступ и инфаркт — это одно и то же или нет? Я вот знаю, что инфаркт, он бывает далеко не только сердце. Инфаркт — это просто отмирание тканей органа. От каких-то нарушений, от того, что туда не попадает кровь и так далее. Скорее всего, да. Так, мне надо идти к Курку. Видимо, в этой комнате мне делать вообще нечего. Поговорил я со всеми, они все меня шлют. Может быть, мне тебе, кстати, дать эту чудесную зелью? Шамана? Шаманши?
Может быть, оно тебе поможет, но нет. Использовать здесь ничего и ни на что нельзя. А жалко. Странно все-таки давать зелье, не объясняя, зачем оно. Хорошо. Где-то там был лифт, но сначала... А нет. Это комната ожидания. На столике что-нибудь есть? Нет, на столике тоже ничего нет. А что там есть-то? Там какая-то книжка и кофе. Никак не могу представить какой-нибудь нашей больницы. Столик для кофе. Хотя на самом деле не, в больнице-то могу. В больнице же лежат еще и пациенты там. Очень подолгу ждут разные люди. Там есть всякие автоматы из кофе. И с чем я, когда сам в больнице лежал, там были автоматы с кофе. На последний день я вообще нашел даже буфет с мясом, наконец. Не на последний день, на последние дни. Но, правда, это было уже за деньги. Все-таки 2 недели есть пищу без соли и в очень малых количествах. Это очень сложно. Но, правда, экономно. Потому что за больнично я тогда не получил практически ничего. Если бы я там тратил каждый день деньги на мясо, то мне бы все равно было нечего жрать на следующие 2 недели. Ладно, это все очень грустно. Да и, в принципе, наверное, действительно нельзя было, потому что... Так Ольги здесь тоже нет. Здесь есть Курк, он только загипнотизирован. Надеюсь, его не успели догипнотизировать до конца, и что-нибудь с ним я смогу сделать, ну или... Договорить ему в ухо что-нибудь совершенно другое. Чё это у нас? Внизу лежит записка. Вау. Ольгина статуэтка. Читать будешь? Или все самому делать? Вот знаете, почему-то она то, что я хочу делать сам, делает сама. Она там выходила из моря этого и входила в него сама. Читать вот она не хочет. Давайте почитаем тогда только. А что это за статуэтка-то? Я вообще-то сразу подумал, что я этой статуэткой должен кому-нибудь по голове дать. Ну потому что есть классическая удар тупым предметом. Этим тупым предметом обычно всегда какая-нибудь статуэтка выходит. Ну в таких детективах типа Агаты Кристи или Шерлока Холмса. Агату Кристи не читал. Вообще, Шерлока Холмса читал очень мало и давно. Весят, наверное, тонну. Точно будем кого-то по голове бить. Весят, наверное, тонну. А, это, кстати, снова статуэтка именно этого, Кракена. Я, кстати, по-моему, прошу принести вам извинения. По-моему, я пару раз вместо Кракен говорил Ктулху. Ну, Кракен и Ктулху — это абсолютно разные создания, хотя вот смотря на этого, у этого тоже такая же. Как это? Тентакли, щупальца. Короче, не знаю я. Попробуем сделать что-нибудь с Курком. А, я же хотел почитать записку, да. А записка у меня в документах осталась. Вот, смотрите. Ну, разумеется. Это ведьма Ольга расшифровала код. Какой код? Доктор Г. Магнеллинг, психиатр-нейрохирург. Психиатрия, мадам Ольга. Согласно вашим указаниям, я отправил к вам нашего пациента, юного кочевника. Если вам надо будет освободить его из механического терапевтического устройства, введите код. Оторванный. Причем тут то, что она расшифровала код. Здесь же и обращаются к мадам Ольге. Говорят про этот код совершенно четко. Интересно, нужно ли мне будет искать этот код где-нибудь, или мне его подбирать нужно будет? Но мне кажется, он как минимум 4-значный. Кстати, дата почему-то не указана. Вертеть эту записку нельзя, читать... Да, читать тоже ничего нового, ну хорошо. Вообще, эта записка, мне кажется, из ее компьютера. И мог бы я включить ее компьютер, я бы там наверняка чего-нибудь бы узнал, но нет. Ну, потому что просто там напечатано, а не от руки написано, поэтому я так и думаю. Курк! 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 Приведите Курка в состояние сознания и освободите его.
Ну, хотя бы ногу ему уже поставили, это меня нестерпимо радует. Правда, что-то мне казалось, что у него другой ноги не было в самом начале. Но, может быть, я и не прав. Абсолютно не реагирует. Абсолютно. Абсолютно не реагирует. Курк? Давай, Курк. Ты должен очнуться. Но, естественно, это надо говорить не сюда. Естественно, это надо говорить в ее трубу. Хотя он на самом деле странно, у него по-прежнему болтается эта висюлька, которая должна его гипнотизировать, так что... Мне кажется, что ему не говори, он должен воспринимать это как гипноз. Не хочешь ты лечиться, да? Этим зельем. Я вообще надеялся на это зелье. Или у тебя вообще тут по ошибке осталось то, что к тебе можно применять что-то? Что обычно, когда нельзя применить, она говорит что-то. Не хочет. Не говорить, не применять. Почитай инструкцию. Не хочешь. Ладно. А, я могу тебя вертеть. Как бы странно это ни звучало. Во, теперь сюда я могу говорить. А это что? Это у нас Курк. Это история болезни его, наверное. Я как-то думаю, что история болезни нам была бы полезнее, чем скрепка. Хотя, может быть, я должен настолько отвратительно поскрипеть по какому-нибудь стеклу, чтобы он очнулся. Это было бы интересное предположение. Курк, я... Если ты меня слышишь, слушай мой голос. Тебя ждет племя. Без тебя переход не начнется. Странное решение она приняла говорить сначала туда, а потом сюда. Это нехорошо. Ну хотя, может быть, она считает, что дала вводную через эту махину, чтоб он слушал ее голос, теперь он будет ее слушать. Но мне кажется, было бы полезнее, если бы она все время говорила сюда. Так, здесь нам, наверное, надо будет вводить код. Хм. Когда я останавливаю это, его перестает гипнотизировать. Естественно же, ничем другим связать это все я не могу, кроме как скрепкой. Хотя, возможно, я могу это и перерезать. Не так. Правильно. Нужно оставить это в рабочем состоянии, чтобы кого-нибудь еще они могли потом гипнотизировать. Нам же нужно думать только о своих. Хотя, в принципе, это кресло, оно может служить как добру, так и злу, наверное. Хотя, на самом деле, гипноз, я считаю... Ну, хотя есть лечебный гипноз, я ни разу не подвергался. Он без сознания. Надо его разбудить. Историю болезни снова читать пока что нельзя, да? Да, жалко. Ну, хорошо. Вот здесь нам надо код вводить, да? Нет смысла дальше накачивать Курка. Мне кажется, кстати, мне его сначала надо разбудить, а потом он уже расскажет нам... Может быть, он сам даже этот код знает. Еще один транквилизатор. Кто знает, сколько ему вела Ольга. Еще один транквилизатор. Вы простите, я пытался это просто тянуть вверх-вниз. Угу. А смысл? А, наверное, сюда надо залить что-нибудь наше. Что-нибудь бодрящее. Например, кофе. Но вряд ли кофе ска... Откройся. Скорее всего, как раз, например, здесь это зелье мне пригодится. Но я бы из него какой-нибудь отвар сделал все-таки, потому что... А, это же зелье, черт. Я что-то все время, смотря на этот бурдюк, думал, что это не зелье, а что это порошок. А если зелье, то как раз да. То оно как раз может помочь. Фиолетовенькое. Прям как я люблю. Все, будет работать. У него, кстати, рука неправильно лежит. Кейт Уокер? Не веной вверх. Что ты тут делаешь? Потом объясню, Курк. Надо срочно вернуться к племени. Мы должны пересечь озеро.
Мне все интересно, я думал, что это будет какая-то большая игра, но судя по тому, что я отснял уже, сколько там, 15-16 серий, обычно это всегда половина летсплея. Че, реально у нас будет происходить действие всего лишь в этом Вальсимборе, потом мы приплывем в Баранур, и там будет все? Хотя нет, там этот капитан хотел еще в какой-то остров заплыть по дороге. Но все равно, как-то мне кажется, это маловато. Хотя, может быть, это мега-огромная игра? Короче, признавайся, ты помнишь код? Попробуй найти какую-нибудь зацепку, Кейт Уокер. В комнате. Я бы тебя лучше загипнотизировал заново, и ты бы мне код вспомнил. Собственно, чтобы вспоминать свидетельские показания, в этом плане как раз... Используют гипноз, извините. Я помню, в этих, в «Разрушителях легенд» тоже был сюжет, где устроили какую-то потасовку, на которую рядовые служители «Разрушителей легенд» просто обратили внимание, но не могли ее серьезно запомнить, там проверяли, сколько они могли вспомнить из этого всего без гипноза и сколько потом вспомнили под гипнозом. Так, еще раз, в комнате, это я смотрел, но, наверное, в самой комнате надо, а не на нем. Мне просто показалось, что у него появилось что-то новое. Вот, кстати, здесь, по-моему, я не смотрел еще. Да, вот это вот как раз код. 0509, кстати, код капитана не подойдет. Я почему-то его даже наизусть запомнил. Нет, не оно. А ты не видел случайно, что у них там за код? Во. В моем положении это затруднительно, Кейт Уокер. Но в сущности, да, если совсем внизу это вводили, то, наверное, нет. Ну, пойдем, значит, искать. Если в комнате сложным это быть не должно. Например, где-нибудь вот здесь, вот в шкафчике. Может быть, она его на кресле выцарапала. Здесь же наверняка опять появится что-то, что я еще не видел. Вернее, что мне не давали увидеть, пока я не получил возможность это смотреть. Я бы на самом деле, знаете, что сделал? Хотя это напечатано на бумажке, а не... Просто эта бумага с кодом лежала вот здесь вот. Я бы попробовал заштриховать вот эту нижнюю бумажку, чтобы проступило то, что было просто оттиснуто простым карандашом. У меня тут даже карандаш лежит, и бумажка тоже. Но, видимо, они хотят от меня все-таки не этого, а жалко. Статуэтка, кстати. На ней тоже что-то может быть оттиснуто вполне себе. Весят, наверное, тонну. Если статуэткой было прижато, то тем более могло где-то отпечататься. Но, к сожалению, почему-то на этом столе я не могу использовать ничего. Ладно. Курк у нас снова стал очень мудрым, он нам посоветовал искать где-то в комнате. Значит, надо искать где-то в комнате, никуда больше не шляться. Хм. По-моему, в эту сторону комнаты я еще вообще... А, этой стороны комнаты просто нету, да? Или... А, не, есть, да. Картины... Нет, картин нету. Или он имел в виду про то, что я уже нашел. Про ту бумажку и про ту статуэтку. Если так, то... Может быть, мне ему надо просто показать это, а он... Да вспомнит все остальное. Хм. Может быть, просто как-то повнимательнее изучить эту бумажку, и там все станет понятно. Давай-ка мы тебе предъявим все, что у нас есть. Кстати, нет, документы я ж не могу ему предъявлять, точно? Я ему и так ничего не могу предъявлять. Газетная вырезка. Ну, разумеется. Эта ведьма Ольга расшифровала код. Не расшифровала, а оторвала. Ой, как светло-то сразу стало, господи. Не-не-не-не-не-не-не-не, уберем это все. Ладно, вертеть нельзя. Применять ничего нельзя. Рекомендация врача. Хм.
А статуэтку тебе нет? Нет, я же сказал, что ничего использую. А! Руками я это снять не могу. Ага, это уже веселее. А чё так подолгу стали висеть субтитры? Сбоку от кровати есть шкафчик. Там они что-то делали, когда меня отпускали. Это ты про свою кодовую панель? Но ее я уже нашел. Попробуй найти какую-нибудь зацепку, Кейт Уокер. В комнате. Расшатать нельзя. Если не можешь снять так, тогда не трать напрасно время. Так, дожди. А как я тебя осматривал? А, тебя вертеть надо. Блин. Слушай, я уверен, на том обрывке бумаги должны быть рекомендации врача. Рекомендации врача по-любому должны быть в истории болезни. Чего я не могу осмотреть историю болезни? Или... Там 4 буквы. Т, П, Л, М. Т, П, Л, М. Нет? Это было бы интересно, если так можно это образовать, но там ведь у него не такой код. Там код не как в телефоне, скажем, то есть буковка снова зашевелилась. То есть буковка и на каждую циферку соответствует 3 буковки. Тут у них просто цифры. Или я должен посмотреть на телефон и расшифровать, где там ТП и Л и М. Сейчас посмотрим в мобильном. Буква Т латинская у нас на кнопке 8. Буква П латинская у нас на кнопке 7. Буква Л на кнопке 5. Буква М на кнопке 6. А ты не видел случайно, что у них там за код? К сожалению, не сработало. В моем положении это затруднительно, Кейт Уокер. А может, мне прямо сюда что-нибудь применить можно? Можно! Круто. Я думаю, статуэтку. Мне на донышке должно было что-нибудь отпечататься. А может быть, просто она весит тонну, и мы расхреначим этот механизм кедрения феня? Мне кажется, второй вариант более правдив. Да! Прекрасно. Это просто прекрасно. Я снова люблю эту игру. По-моему, в летсплее по игре Герою Фрея тоже было такое неочевидное решение каких-то пятнашек. Курк, беги! Ничего, у нас Counter-Strike начинается. Кстати, похож скин. На белого террориста. Интересно, от того, что я сказал в видео слово террорист, мое видео теперь посмотрят в ФСБ или нет? Но вряд ли. Все так быстро, просто поехали и все. Просто убегаем. Кейт, мы уже знаем, что вертеть, верти. Кстати, вертеть ты хотела не это, ты хотела вертеть что-то сзади, чтобы отсюда отчаливать. Ну да ладно. А террористы у нас какие-то такие, несерьезные. Стрелять спасибо, не хотят. Спасибо, что вернулась со мной, Кейт Уокер. Видела, как я быстро бегаю с новой ногой? Да. Семен Штайнер определенно гений. Почему мы его оставили там? Или это был какой-то вариант как раз развития событий, если бы я подобрал код? О, все-таки вернемся за Штайнером, да? Ну точно, там же были ачивки разные, посвященные больнице. А если бы мы так уехали, то больница бы покинула нас навсегда. Значит нет, значит нас снова туда. За того. Туда-сюда.
А нет, мы все-таки в город едем. То есть эти ачивки я должен был выполнить в самом начале. Это уже грустно. Знаете, я думаю, человеку с сердечным приступом и так не очень пошло бы на пользу такое путешествие. Так что может быть и хорошо, что он там остался. Они же все-таки не совсем садисты. Если даже Курка они не убивали, а всего лишь хотели его перепрограммировать, то уж, наверное, Штайнеру точно нечего бояться за свою жизнь. Кейт! А вот она на нас обидится. Вы нашли дедушку? Он не с вами? У вашего дедушки опять был приступ, но доктор Замятин уже стабилизировал его состояние. Есть хороший шанс, что он поправится. Кейт Уокер, надо уходить! Мне пора, сэр. Спасибо вам и вашему дедушке за все. Это вам спасибо, Кейт. Вот, возьмите этот шарф. На память о нас. Чудесный шарф. Спасибо, Сара. Прощайте, Кейт Уокер. Вы недооценили эту женщину, доктор Ефимова. Без сомнения. Теперь вас посадят на кол. В воспитательных целях. Но игра еще не окончена, полковник. Верно. И мы изменим правила. Интересно, будет ли у нас происходить что-нибудь именно на самом корабле? Решать какие-нибудь проблемы? Или мы сейчас прямо причалим туда? Но вспоминая трейлер, тут должен появиться этот кракен. Мы же отчалили ночью, как раз когда он живой. Ну, капитан, ну что такое? Ну, в принципе, я вас понимаю. Мне, кстати, очень интересно. Я точно знаю, что у нас в Финском заливе, чтобы водить моторную лодку, нужно иметь права. И скорее всего, если тебя поймают, то нельзя водить в пьяном виде моторную лодку. А вот можно ли водить в пьяном виде весельную лодку? Мы всего лишь один раз, ну, по крайней мере, я с друзьями плавал на весельной лодке в Финском заливе. Ну, в общем, да. Там просто на весельной лодке еще довольно сложно доказать, кто водитель весельной лодки. А, расслабьтесь, что случилось? Алкоголь у руля. Кейт. Я не знаю, играет ли роль то, что мы будем его воспитывать. Останется ли он алкоголиком или станет честным и хорошим человеком. Ну, хотя честным и хорошим человеком можно быть и будучи алкоголиком, наверное. Хотя, ну, скажем так, счастливым человеком. Расслабьтесь. Капитан, когда вы так дрожите, я нервничаю. Пожалуйста, успокойтесь. Успокоиться? Господи, мы идем по проклятому озеру, где рыщут духи, а вы говорите успокоиться. Капитан, пожалуйста, перестаньте поминать это так называемое... Это оно! Озерное чудище! Да нет же, капитан. Посмотрите. Мы просто во что-то впилились. В айсберг, судя по всему. Этого только не хватало. Это нельзя обойти? Тогда мы свернем с маршрута на Находск. Мы потеряем слишком много времени. Лучше попробуем использовать ледоломы кристалла, чтобы пробиться через лед. Идите в машинное отделение и запустите их. То есть озеро все-таки замерзает, но просто не создает устойчивую ледяную корку. Не, ну так может быть, наверное, хотя странно. Ледоломы, машинное отделение, вернутся алкоголь. Что?
Что мне нужно сделать в машинном отделении? Включите ледоломы, опустите налет и подайте напряжение. Если понадобится помощь, я подскажу отсюда. Ну давай все-таки скажем тебе про алкоголь. Не налегайте на выпивку, пока я в машинном отделении. Вы нам нужны. Во что я ввязался? Идите включите ледоломы, нечего мне тут мораль читать. Но она хотя бы вежливо это сказала, он, кстати, отреагировал более жестко, чем я рассчитывал. Она сказала не то, чего я боялся. Ледоломы? Что это? Как следует из названия, они ломают лед. С ними мы ходили в парк развлечений в Баранури, даже когда озеро полностью замерзало. Давно это было. Уже иду. Ради бога, поторопитесь. Если мы так и застрянем здесь, то станем прекрасной наживкой для чудища из глубины. И слава богу, на этом моменте было сохранение, потому что кажется мне, что с ледоломами будет еще та задачка. Даже грустно, что я буду начинать ее в начале серии, потому что не люблю, когда у меня в начале серии ничего не получается. Но может быть я все-таки умный. Ладно, это был Курящий из окна. Смотрите, подписывайтесь. До свидания. Пока.